Итак, друзья, мы приступаем. Аппарат Xterra 505, да, вы видите. На всех металлах мы работать не будем. Я всегда ставлю, вот, ну, грубо говоря, единичку. Дискриминация. А большой металлический предмет атаку увидит. А наконечники видеть не будет, кстати, в таком режиме. Наконечники видят в режиме все металлы. Поэтому сначала отрабатываем. Я иду на цветных. Смотрю, что есть. Но мы сейчас знаем, что осколков нету. И, друзья, поехали. Начинаем работать. Интересные находки. Да и вообще, что можно найти на старом хуторе, мы покажем. Первый сигнал, я бы сказал, четкий 36 на Xterra. Давайте посмотрим. Уже выкопал его, вижу, что это. Лопату хочу убрать в сторону. И даже, друзья, 33. Думал, монета. Кстати, не глубоко, тут распахано. Видите, и посажена вот такая акация. Сигнал хороший. Думал, монета, но монета тоже иногда напрягает. Давайте посмотрим, что же все это. Что же стоит. Сейчас настрою камеру. Пока комрад там бегает и чернинку достаем. Друзья, мы достали предмет с клеймами. Давайте посмотрим. Мы видим вот такая завернутая старинная ложка. Я сначала подумал, кусок металла. Друзья, ложка, мы сейчас ее почистим. И... друзья, да. Вот ее задели, когда пахали, очевидно. Ложку можно будет разогнуть и понять, да, ну, клейма. Наличие каких-нибудь клеем, потому что сейчас ничего не скажу. Ну вот, друзья, вот. Первый такой. Такая вещь. Даже равнять не буду, честно. Дома помою. И, может быть, четко есть у комрада. Комрад там бегает. Любит он бегать. Комрад, если ты смотришь это видео, я тебя свистел, звал. Это вокруг, друзья, базового лагеря. Я всегда, вот, мы располагаемся в центре поиска, да. Камни, которые вот везде лежат, если вы обратите внимание. Вот, друзья, камень. Да, смотрите. На старые постройки, означает, да, были. Камни идут сверху, с горы. И вот, друзья, туда потихоньку, между рядками, вот идут ряды, между рядками спокойно, никогда никуда не спешите и тотально все проверяйте. Вот у меня комрад хаотично убежал. Сейчас он прибежит, скажет, здесь ничего нет. Ну, нет так нет. Да, а у нас вот такая вот интересная ложка, друзья. Приятно, честно. Погода, поют птицы. И уехать от городской суеты. Вот такие прекрасные места. И еще, друзья, получать адреналин, который выкидывается в организме и омолаживает ваши клетки. Вы никогда не постареете, никогда не умрете. То есть коп, он фактически дает бессмертие, друзья. Так что копать, не перекопать. Но продолжаем искать раритеты. Совсем рядом с первой ложкой. Вторая. Черпала, да? Мы видим. В металле, то есть сейчас переключился на все металлы, на всякий случай. Вот, да,
так гудело интересно. Ну, посмотрим, что дальше. Маленькая чайная. Интересненько. Продолжаем раскопки дальше. Я, ну такая-то длина ложек, смотрите. Вот только это что... керамика. Такая звенела, не керамика. Да, я знаю. Блин. Да. Здесь, да, друзья. Так, ну что за мухи? Я палкой буду копать. Ты помню. Можешь? Нет, не могу. Не могу. Может, еще пин, мать? Нет, смотрите, друзья, я еще нашел так что алюминиевую прекраснейшую ложку. И комрад тоже что-то нашел. Камень? Ну, комрад камни находит у него. У него аппаратура прибор. Срабатывает на горячие камни. Это железо. Ого. Продолжаем. Ого. Прям долина ложек прям какая-то, друзья. Ого. Пришлось по... О, хотел нож, на тебе место. Какой-то механизм. Да, что хуторок тут получается век 19, наверное. Потому что комрад, друзья, с летящим пришел. Друзья, он пришел с такой вилкой. Клеймо покажи. Клеймо, друзья, давайте. А я разогну, потому что это не раритет. Советую, друзья. КЛПЗ. Продолжаем раскопки дальше. Только что супер ножа. По каждому вопросу. Если продукты. Я сюда ставлю турную, кстати, лопату. Подожди, подожди, вот. Да, это, наверное, да. Друзья, кто-то копает. Набивает карманы, а кто-то просто. Тут, короче, да, яма, кстати, мечемся.